Привет всем, с вами установочный центр ПК. Это сегодня у нас Toyota RAV4, самый новый, самый свежий. Обращаю внимание на комплектацию, это на ручной коробке передач. Значит, в базе здесь идет магнитола с цветным экраном. Сейчас она запускается. И нету камеры заднего вида. Нами была установлена камера заднего вида в штатное место. Соответственно, и подключена к родному фирменному экрану. Ну, например, здесь какое-то менюшка, радио, видео и прочее. Включаем реверс, включаем сжигание. Включаем реверс. Видим изображение с камеры заднего вида. Камера стоит наша самая широкоугольная. Видно все углы бампера, прекрасно все видно. Из меню магнитолы, значит, у нас есть дисплей. Яркость камеры можно менять. Ну, соответственно, камера здесь опозналась как штатная. Поэтому ее яркость, контрастность можно менять. Камера. Это прекрасно. Ну, есть общая яркость. Теперь яркость камеры. Включаем заднюю. Видим изображение с камеры. Линии здесь не поворачиваются. Я так понимаю, что это очень, ну, упрощенная комплектация. Здесь просто нету о повороте руля информации. Пойдем лучше покажем, как сзади выглядит. Сзади это выглядит, штатное место у камеры находится вот здесь. Подсветочка остается на месте, камера стоит прекрасно. В своем месте. В своем месте, да. С вами был установочный центр ПК Авто. Данная процедура, ну, занимает, наверное, минут 40-час. На гарантию автомобиля не влияет, выдаем сертификаты для дилера. Так что ставьте, пожалуйста, лайк этому видео и обращайтесь к нам.